президент Алиев. Посмотрите еще раз этот ролик, он такой сейчас стал знаменитый. А у нас на связи сейчас будет Яковлевич Керми. Посмотрите, как объяснил Алиев, троллит как Пашиняна. Я инки сис фикир вермисис ки бу бэнатта Дагы Карабагын статус хакында бир кэлмэ дэ йохтур. Йохтур. Бэлханы Ermenistan tərəfinin tələbləri ki Dağlı Qarabağa müstəqillik verilməlidir. Bəs mən onlara muxtariyyət təklif edəndə buna razı olmadılar. Dedilər ki, yo, bu müstəqil dövlətdir, dırnaq arası. Uzun illər bunlar müstəqil dövlət kimi yaşayır və onlar Azərbaycandan müstəqillik almalıdırlar. Bir kəlmə də yoxdur, Paşinyan. Ne oldu bəs? Bu ne oldu Paşinyan deyəsən bir çox illər ərzində dillərdə qalacaq. Ne oldu Paşinyan? Yol çəkirdin Cəbrayla. Rəqs eləyirdin. Ne oldu bəs status? Cəhənnəmə getdi status. Göra getdi status. Görba gör oldu status. Yoxdur status. Və olmayacaq. Ne kadar ki ben президентом olmayacak. Это говорит победитель. Это говорит победитель, и пусть проигравший плачет. А проигравший обвиняет всех вокруг, только не себя. Нет, ну Алиев выглядит абсолютным победителем, который 30 лет готовился к войне, ну, там он у власти чуть меньше, и который решил поставленную задачу, бесспорно. И, конечно, в прямом противостоянии с Пашиняном он его уничтожил. Он просто уничтожил Пашиняна. Он выглядел профессиональней, точнее. То есть он выглядел президентом, а Пашинян выглядел плохим танцором, зачем-то устраивающим гастроли в Шуши. Я думаю, тут... вообще, как можно сравнивать Алиева и Пашиняна? Как можно сравнивать этих людей? Ни по образованию, ни по опыту, ни по государственному мышлению. Это вообще несравнимая вещь. И Алиев сделал то, что до него не сделал ни один человек в Азербайджане. За всю историю Азербайджана. Он, ни от кого, он своими силами решил одну из национальных проблем Азербайджана с их точки зрения. Никому этого не удавалось, ни до него ничего. И он сохранил свою власть, он ее укрепил. С точки зрения его положения в Азербайджане сегодня... Национальный герой. Никто, даже самый оголтелый сторонник того, что лживо называется правами человека, в Нью-Йорке, в Вашингтоне, в Париже, в Берлине, в Лондоне, даже не подумает о том, что, может быть, удастся сменить режим, который сегодня, ту власть, которая сегодня в Азербайджане. То есть он укрепил Азербайджан и с международной точки зрения, и с национальной точки зрения, и с точки зрения устойчивости той власти, которая сегодня есть. Потому что он доказал, она служит интересам азербайджанского народа. Тут пишет Нина Меликян. Я помню ваше выступление еще 2 недели назад. Что-то совсем другое говорили про Азербайджан, про Алиева. Хвалили армянских воинов, армии обороны. Теперь я поняла одно. Мудрость победителей не судит. Нина, а вы, видно, невнимательно слушали. Я говорил и буду говорить. Арцах армянский. Я говорил и буду говорить, за что меня так сильно не любят азербайджанцы. Я говорил и буду говорить, что армия Карабаха и народ Карабаха мужественно воевал. Но я говорил и буду говорить, что Алиев переиграл полностью Пашиняна. Полностью. Я говорил и буду говорить, что Нина Меликян, ваш Пашинян, не выполнил основных обязанностей, которые на него возложил народ Армении. Он не защитил Арцах. Понятно вам или нет? Вы поняли меня, Нина? Или в своей ненависти и боли вы ослеплены настолько, что вы не можете понять? И когда пишут Яковлевичу,
азербайджанцы не сами. Даже если не сами. Даже если турцы, сирийские террористы. Они решили задачу. Да, я резко против использования армии НАТО. И это противоречит нашим национальным интересам. Но речь идет с позиции Алиева. Перед ним стояла задача, и он ее решил. Перед Пашиняном стояла задача, и он ее полностью провалил. Полностью. Он предал Арцах своей неумелостью и бездарностью. Это мое личное мнение. Прости, Яковлевич. Я думаю, что нынешние, которые рвут глотку, ура-патриот Армении, они плохо знают историю своего народа и своей страны. Армянский народ не нуждается в подтверждении своего воинского искусства и своего героизма и мужества в боях. Сколько генералов армян было в Красной армии, в Советской армии, офицеров? Каким героизмом воевали армяне во Второй мировой войне? Не тот подонок, которому поставили недавно памятник в Ереване, а те сотни тысяч, которые воевали и положили свои головы. И после этого, никому не надо было доказательства того, что армяне умеют воевать, умеют командовать. Маршал Баграмян был один из лучших маршалов Советского Союза. Один из лучших полководцев, которые были. Так вот, потомки его, потомки генералов и офицеров, и солдат армяне, армянской армии, армян, советской армии. До чего они довели свой народ? Мужество они у них не смогли отобрать. Вот воинское искусство них обезоружило. Мужеством нельзя победить. Есть, как в свое время это называл Кутузов, наука побеждает. Воевать надо грамотно, правильно, с правильным оружием. А не рвать глотки на площади. И потом искать виноватых. Вот те, которые говорят, это не Азербайджан воевал. Вы хоть одного убитого турка нашли среди тех, кого вы сдали? Трупов азербайджанской армии. Одного сирийца нашли? Одного не азербайджанца нашли? Трех сирийцев взяли в плен, они давали показания. Три сирийца победили армян? Если там были эти террористы, не они выиграли войну. Не они командовали полками азербайджанской армии, корпусом, который двигался, одним и вторым. Нет. То, что там будет один, два, три террориста, не играет роли. Не надо искать в этом виноватых. Победила азербайджанская армия. Потому что ее искусство, ее боеспособность, ее воинская способность вести серьезные операции по размерам Кавказа была лучше. Все. И не ищите оправдания. Я еще раз говорю, не нуждается армянский народ в том, чтобы подтверждать свое мужество и способность к военным действиям на самом высоком уровне. Это было в истории. А сейчас этого нет. И вот попробуйте сначала понять, вместо того, чтобы заниматься выискиванием, кто там что, как делал, какой террорист был, почему вы скатились с той вершины, на которой вы были, с точки зрения военного искусства, до той пропасти, в которой вы находитесь.